способ. Села с двумя ножами. Я пытаюсь нанести удар Алексею Ивановичу по прямой линии. Он парирует каким-то способом в меня, да? Вот смотрите, что происходит. В этот момент времени я поворачиваю руку и наношу удар. Если этой рукой парируют, вот дальше. Не-не, нож убери, пожалуйста, из руки. Вот нож пока просто в руке. Вот эту руку, пустой. Итальянский вариант был парирование, да? То движение шло бы по такой траектории. Да. То есть смысл в чем? Дойти до точки контакта, дойти до точки, соскользнуть по точке контакта и ударить. Там так с мячами и показано. То есть взяться вот таким способом, обойти противника и ударить. Или в эту сторону. Взяться вот своим, обойти противника и нанести удар. Ну, понятно, что здесь с шагом будет в сторону, с разворотом и так далее. Но сам факт, что закрепить мяч с противником, когда почувствуешь силовое противодействие, соскочить с силового противодействия и нанести как бы удар шпагой. Понятно. Ну, там прям вот все посмотрите. Прямо так и показано по траектории нанесения удара. То есть кулаками будет то же самое. Ударить в голову, чтобы человек защитился, и в этот момент времени соскочить в эту сторону, ударить в незащищенную плоскость, потому что тут у него третьей руки нет, которая защитит. Потом удар попадает что? В незащищенную голову.